стоящие перед Арменией вызовы и дальнейшие шаги по их преодолению обсуждались на заседании Совета Безопасности под руководством Никола Пашиняна. У Армении нет времени на долгосрочные решения в области безопасности, Ален Симонян, Вячеславу Володину. Будет создана совместная российско-белорусская региональная военная группировка. Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией. Заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины, заявил Путин. Греция и Египет назвали турецко-ливийскую газовую сделку незаконной. Байден и Шольц обсудили вопрос усиления давления на Россию и продолжения поддержки Украины. Иран против вооружения любой из сторон украинской войны, сообщает МИД Ирана. В некоторых городах Китая вновь введен режим локдауна. В период с 3 по 9 октября выявлено 697 случаев заболевания коронавирусом. 1251 человек выздоровел, 9 скончались.